я хочу заниматься тренингами. Курсы на самом деле проводятся именно по этой тематике для бизнеса. И именно для бизнес-тренеров обучают именно со стороны бизнеса. Для НКО, в принципе, это где-то точечно. И вот Архангельск, мы с ним познакомились в прошлом году. Мне понравился сам город, мне понравился Гарант, мне понравились люди. Гарант, скажем так, гуру НКО. Большой поток информации, нужные, полезные, важные, действительно, которая где-то встречалась местами, но она была у нас не структурирована. А сейчас она у нас, у меня, например, сложились некоторые позиции по понятию тренинга, да, по его проведению, по инструментам, у меня все начинается укладываться в такой портфельчик. И действительно, я буду очень много использовать различных приемов, методов и инструментов, которые мне пригодятся как в моей НКО, так и в непосредственной деятельности. Я еще являюсь директором детской школы искусств. Соответственно, с коллективом это точно так же можно применять.